Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, тут рядом поселок Портос, Патидея. Мы будем с вами инспектировать отель 5 звезд Истион Клаб. Вот он. Мы будем жить в этом отеле, поэтому я постараюсь снять полный обзор, потому что предыдущие отели нам номера не показали, только территорию. Обзоры получились такие комканные. Там, в принципе, во всех этих отелях все в порядке, но номера я не видел. Смотрите, видите, вот здесь вот море с одной стороны. Можно, если вы как-то захотите туда пробраться, можно покупаться в одном море, потому что мы находимся на перешейке. И у нас море будет за отелем вот здесь еще, потому что мы, в принципе, уже на полуострове практически, на Кассандре. Это у нас вход на ресепшн. Ресепшн большой. Все чисто, красиво, светло, кожаные диваны стоят. Смотрите, какой громадный ресепшн. Есть зона на улице со столиками и крышей. Двухкомнатный сьют у ребят. Ground floor. Покрытие здесь плитка. Здесь у нас два диванчика. Кондиционер центральный. Ванная комната. Фен. Душ. Большая ванна. Идем дальше. Большая еще одна комната. Здесь две кровати. Плазменный телевизор. И центральный кондиционер. И еще раскладная кроватка вот здесь. Номер 611. Судя по всему, это обычный стандартный номер. Он тоже довольно-таки большой. Включай. Покрытие плитка. Большая ванная комната. Душ. Ванна. Есть connection room. Две кровати, можно их раздвигать, плазменный телевизор, чайный уголок. Ну и тут у нас выход на балкон, это вот ground floor. Сразу же мы выходим с вами на территорию отеля. Можно прямо заходить прямо с балкона. Это, судя по всему, киви, возможно. Прямо растут деревья здесь плодовые. Возможно, это инжир. Очень интересно вышел, и сразу же на территории, видите, есть плодовые деревья. Отель состоит из бунгало трехэтажных, есть ground floor. Первый этаж и второй. Отель зеленый, много растений, деревьев. Работает по концепции all inclusive. Пляж здесь, ну, так себе, не очень, потому что сразу обрыв, скала. Ну, как скала, то есть берег крутой. Вы сейчас увидите, то есть ничего страшного, но есть особенности определенные. Главный ресторан и бар находятся на пляже, недалеко от пляжа. Там же несколько бассейнов, бассейны с подогревом, там же есть и спа. Спа небольшое по предварительной записи, бесплатно, но нужно записаться заранее, иначе, если вы просто придете туда, вы не попадете, если уже будет запись. Это бар. Здесь Джек Дэниелс, Егермайстер и так далее, и так далее. То есть напитков хватает хороших, вы можете их пить в любом количестве. Концепция ультра инклюзив. Вот вам один бассейн, он с подогревом. Здесь вот еще один снэк-бар, можно перекусить. Детская площадка и вот спа. В спа имеется в виду бесплатно хамам и сауна, но остальные процедуры, конечно, за доплату. Видите, несколько горок, качели, карусель, площадка огороженная для деток. И тут можно перекусить.
удобные диванчики, можно на них сесть и отдохнуть, перекусить, попить коктейли. Судя по сцене, здесь проходит вечерняя анимация, шоу-программа. У них Infinity бассейн с видом на море. Вот он бассейн, вот вид моря. Вышло солнце наконец-то сегодня в Салониках. Затопило немножко город. Прошел дождь, я так понимаю, шторм какой-то. Смотрите, это шезлонги. Здесь насыпной песок, зонтики, и все здесь бесплатно. Ну и вот то, что я говорил. Это уже другой отель. Здесь выдают пляжные полотенца. Тут еще один бассейн, он тоже с теплой водой. Ну, по крайней мере, когда я трогал, воду приходил, она была теплая. Там дальше есть джакузи. Здесь же какая-то детская игровая зона, детский клуб. Джакузи. Тренажерный зал бесплатно. Пинг-понг тоже бесплатно. Велодорожки, тренажеры, всего много. Один бассейн, второй бассейн и вот третий бассейн. Главный ресторан. В баре есть закуски, всегда сэндвичи, можно покушать. Транкило, транкило, транкило. Видите, что здесь? В ресторане есть дресс-код, нельзя в шортах, в рубашках, брюках, пожалуйста. Здесь очень много отдыхает немцев. Как правило, если отдыхают немцы, то это говорит о том, что кухня хорошая, потому что они любят хорошо покушать и для них стараются, готовят. По крайней мере, на моей практике так. Давайте посмотрим, что здесь есть. Креветки, пожалуйста, вам. Друзья, ну, в принципе, что и подтвердил, показав вам, сколько здесь всего есть, еды очень много, выбор большой, все, я думаю, очень вкусное. Если в отелях много немцев, то, как правило, в отеле много еды, и, как правило, еда вкусная.